Голос лучезарный, голос, который играет всеми красками солнечных лучей. Не радуги, а солнечных лучей. У меня было ощущение, когда он пел. Стены сразу раздвигались, потому что солнце светило со сцены. И вся позолота зала Большого театра начинала сверкать под лучами искрящегося голоса Зураба Анджапарадзе. Был 58-й год. Зураба пригласили на гостевой спектакль на предмет того, что, кстати, пригласить театр работать. Ему не предложили работать. А в 59-м году приехал Марио Дель Монако, знаменитый спектакль «Кармен», который нашумел по всему Советскому Союзу. И оказалось, что Зураб Анджапарадзе ближе к Марио Дель Монако, нежели все остальные, которые работали тогда в Большом театре. Потому что тогда было направление уже во всем мире на крупные крепкие голоса. Не слащавые тенора, легкие, лирические, а тенора мужественные, большими голосами крепкими. И кто-то из руководства говорит: «Боже, дорогие, мы слушали молодого Зураба Анджапарадзе из Тбилиси, это как раз это направление». И вот тогда его в 59-м году пригласили после гастролей Марио Дель Монако. Что главное?